Всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно с помощью головки на 22 забить якорь в шток вилки. В принципе, ничего сложного, очень легко. Берем головку на 22 под номером. И желательно вот такого плана, чтобы был диаметр один больше, другой меньше. Почему? Потому что вот этот размер заходит в вилку штока. Вот такого плана. Вот, как видите. Это я увидел у американца. Он снимал тоже видео и показывал, как же можно в домашних условиях, типа не покупая никакого ключа, который стоит денег, взять свои же инструменты дома и, в принципе, очень легко забить. А это, в принципе, очень удобно. И если сказать по правде, то выходит очень ровно. Наверное, процентов на 95, что очень ровно заходит сам якорь в шток. Значит, мы берем, получается, саму головку, запихиваем туда болт под шестигранник. Вот здесь тоже пару проставочных шайбочек кладем, чтобы не шевелился болт. Закладываем пару шайбочек сверху. Для чего? И вот здесь закручивается сам вот этот якорь. Для чего вот эти шайбочки? Почему? Потому что вы когда забиваете, и вот эти лепестки якоря, они сюда заходят вовнутрь. Если не будет их, а будет до упора закрученный этот якорь, то получается некуда ему будет, вот эти стенки будут ему мешать. А вот так вот с этими шайбочками проставочными все отлично. Получается, вот тут вы закручиваете сверху якорь. Вот сейчас пример покажу. Вот представьте, что я... Вот я закрутил якорь, да, вот здесь. Тут, конечно, у меня сейчас все шатается, нужно это подкрутить, все нормально сделать. Вот шток вилки получается. Берем. Вот здесь будет якорь, вы его забиваете. Он опускается, сама головка, и опускается вот так вот ровненько. Можно забить до половины. Почему? Потому что если полностью, то сильно глубоко будет. Можно где-то до половины сделать. Будет нормально. Там получается где-то до 1 сантиметра, насколько я помню, нужно забивать. И все. В принципе, ничего сложного. Я забивал как? Держал вот здесь, получается, рукой. И сверху просто бил. Старался аккуратно, чтобы потихонечку оно заходило, заходило. Когда оно уже зашло вот здесь, оно уже вообще заходит ровно. Само по себе получается. Американец вообще, он вот здесь, получается, зажал каким-то ключом, типа как жабкой, короче, или что-то типа того большого. Держал, шток вилки он зажал в тисках, и он так поставил, и двумя ударами, и он забил, получается. Вообще так быстро, раз, раз, и все, и готово. Потом здесь выкручиваете сам болтик и снимаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будут еще интересные новые видео разные на такую тематику по ремонту. Все, всем пока.